Ребятки, я вернулась к вам. Я прошу прощения, что я немножко отлучилась. Но так бывает. Конкурс новый, поэтому каждый раз идут какие-то обновления, перестройки. Мы думаем, как сделать лучше для вас. Обязательно, что эти деньги уже есть. И мы их обязательно вам подарим в течение месяца, что бы ни случилось, сколько бы людей ни участвовало, но... Давайте будем активными, позитивными, бодрыми и продолжаем следить за нашим розыгрышем. Итак, Натали не оставила свой аккаунт в анкете. Соответственно, я не знаю, кто такая Натали, ребят. Именно поэтому давайте продолжим без Натали. Это так печально прозвучало, продолжим без Натали. Натали, если вы нас слышите, я хочу сказать, что вы не в той графе указали, видно, свой аккаунт. Натали. Знаете, это какой у нас был? 323. Я сейчас своей помощнице напишу. 323. Но смысл уже писать, в анкете не указан совершенно ник. Давайте мы это пропустим и продолжим. Никто же не знает, кто из Куиз Натали. Итак, бежим дальше. Итак, ребятки, так как у нас 1026 участников, если выпадает номер один, автоматически это число будет 1000 какой-то номер. И мы достанем 4 шарика. Но, ребятки, если выпадает 0, то мы вытаскиваем только 3 числа. Все просто. Поехали. Идем дальше. Полетели. Мы сейчас выбираем всего лишь. Вы попали на начало. У нас сегодня будет еще 4 победителя. Где? Четвертое место – это 8 тысяч рублей. Третье место – 11 тысяч рублей. Второе место – 15 тысяч рублей. И первое место – 20 тысяч рублей. И мы продолжаем. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Это номер 9 с точечкой 9. Итак, есть ли у нас в эфире кто-то, у кого начинается номер с числа 9? Все номерки указаны у меня в шапке профиля. Вы можете посмотреть, кто заполнял анкету, свой номерок. И едем дальше. Опа! Та-да-да-дам! И это номер 5. 9, 5. Кто же это? Есть у нас в эфире такие люди, у которых начинается номерок 9, 5. Я! Итак, это номер 954. 954. Ребятки, 954. Мы смотрим, кто у нас под номером 954. И я показываю вам, кто у нас под этим номером. 954, ребят. 900. Так. 954. Это у нас Даша Фадеева. Даша Фадеева. Даша Фадеева. Кто там видит себя у меня на экране, рассказывайте. Да. А Даша Фадеева у нас есть в прямом эфире? Так. Даша Фадеева, 19. Отмечала меня в истории. Здравствуйте.
вы заняли четвертое место. Поздравляю. Теперь мы звоним Даше. Ага, Даша уже с нами. Так, 954 номер Даши. 954. И я сейчас позвоню Даше. Номер 954. Так. Номер 954. Девятьсот пятьдесят четыре. Ой, звоним. Алло, здравствуйте. Да. Это Марго Овсянникова. Да, я узнала. Я вас хочу поздравить, вы выиграли 8 тысяч рублей. Сколько? 8. Вы заняли четвертое место в нашем розыгрыше, я вас поздравляю. Ой, вы там не одна. Я вас прошу прощения, что вас отвлекаю, тогда мы от вас ждем реквизиты и обязательно отправим денежку сегодня. Ага, хорошо, спасибо. Спасибо вам, до свидания. Вот так вот с малышами. Сложно задавать вопросы, потому что ребенок плачет, лучше мы пообщаемся в директе лично. Итак, ребятки, а мы идем дальше. И у нас на кону третье место это и 11 тысяч рублей. И мы начинаем. Пам, палабам, весь виден, у нас все в эфире. Так, номер два. Номер два. Если, напоминаю, выпал номер один, вы вытаскивали бы четыре числа. И это был бы тысяча какой-то номер. Итак, номер два. А дальше. Номер три. Если у нас такие в эфире? Два, три. Так, едем дальше. Тоже. Тоже это будет. А это номер семь. Два, три, семь. Два, три, семь. Есть у нас в эфире? Два, три, семь. Два, три, семь. Два, три, семь. Смотрим. Смотрим вместе с вами. Два, три, семь. Номер два, три, семь. Второй список у меня с номерами телефона, ребят, ничего не подумайте. Два, три, семь. Два, три, семь. Проверяем. Целых 11 тысяч рублей отправятся девушки, если все условия были выполнены правильно.
Ребят, я не могу найти этот аккаунт. Я не могу найти такой аккаунт, ребят. Я ввела. Проверьте правильно. Ребят, она все неправильно делает. Давайте я сама буду решать, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. Это мой розыгрыш, и я могу его вести так, как я считаю нужным. Что я ввела неправильно, ребят? У меня не находит этот аккаунт. 237. Джулия. Курс 4. Ребята, у меня нет такого аккаунта. Ну, не находится. Мы переигрываем. Да что ж такое, мы сегодня уже второй раз переигрываем. Идем дальше. Третье место, 11 тысяч рублей. Поехали. Та-да-да-дам, номер 5. Идем дальше. Упс, упс, к вам поближе, чтобы вы видели. Вами. 593. Да что ж ты будешь делать? 593. 593, ребят, вот 593. Я ввожу. Тат и кта тик 29 01. Итак, я нашла. Проверяем. А вот так вот, ребятки, бывает. Видите? Сторис нет. И мы снова переигрываем. Потому что те, кто не снял сторис, те не участвуют. Двузначные числа будут в случае, если вытяну первую цифру 0. Так? И снова, боже, кто же будет этим счастливчиком? Сегодня третье место разыграть практически невозможно. Мы уже третий раз крутим барабан. Чисел все меньше. Ребят. Начинаем? Поехали. Число 4. 4 у нас сегодня еще не было. Это число 4. Смотрит ли эфир этот номер? 454. 454. 454. Поехали.
Светлана. Да, смотрите, какая красивая девушка у нас Светлана. Смотрите, какие красавицы у меня участвуют. А эти красавицы не записывают сторис, и мы снова идем дальше. Ребят, записать сторис – это главное условие моего конкурса. Если у вас нет сторис, вы не участвуете в конкурсе, к сожалению. А может быть и к счастью какого-то человека, который сейчас все же божечки займет третье место. Мы уже какой раз сегодня перекручиваем барабан. Ребят, выполняйте условия. Без сторис вы не участвуете в конкурсе. Напишите Светлане, что она могла выиграть уже 11 тысяч рублей. И всего лишь из-за того, что она не потратила 5 секунд на сторис, мы не отправляем Светлане денежку. Итак. Летим-летим. Раз, три, четыре, пять. Кто же? Кто же займет третье место? Это номер 8. Номер 0. Номер 7. Итак, 8 0 7. 807. Господи, хоть бы выполнили все правильные условия. Я уже сама хочу подарить это третье место. 807. Кто же у нас? 807. Очень легкое имя. Я надеюсь, я его быстро найду. 807. ЕПП. 95. Ребят, ну что это такое, ребят? Закрытая страница. Вы издеваетесь надо мной сегодня, ребят. Закрытая страница. Я не могу проверить, записали ли вы сторис. Настоящий ли у вас аккаунт. Ребят, ну вы серьезно? Да что ж такое? Я уже начинаю переживать. Кто же займет это счастливое третье место? Ну что, крутим дальше? Итак, поехали. Ноль. Кто у меня спрашивал, двухзначные числа будут? Будут двухзначные числа. Вот оно. Ноль. Сейчас будет два числа. И может быть это именно вы станете обладателем счастливого третьего места. Оно не хочет сегодня отдаваться в ничьи руки, ни в чьи. Но кто-то все же заберет эти 11 тысяч рублей. Номер 9. Итак. 90 какой-то номер получит сегодня 11 тысяч рублей. Ава. Ребят, аккаунт должен быть только открыт. Закрытый аккаунт не участвует. Я это писала. Номер 97. Потому что первое число 0. Ноль не считается. 97, ребятки. Проверяем вместе с вами. 97. Поехали. В самое начало. Номер. Итак, номер 97. Елена.
OX2014. Ура! Открытый аккаунт, на меня подписано. Ура! Господи! Господи, господи, господи! Нет, я в шоке. Ребят, я в шоке. Ребят, нет сторис. Нет сторис. Понимаете, отмечено. Ребят, все по-честному. Это моя страница. Мы зашли к Елене. У нее нет сторис. Да что ж такое? Сегодня третье место просто не хочет разыгрываться. Я реально в шоке. Пипец, я согласна с вами. Это, ребятки, какой-то странный сегодня розыгрыш, но мы продолжим. И подарим кому-то сегодня эти 11 тысяч рублей. О, ребятки, действительно, неужели так трудно выполнить условия? Все очень просто. Вы заполняете анкету и делаете сторис. Ничего больше. Ничего. Ну, что ж поделать. Опять же, ребят, пошлите, пожалуйста, этим людям смс, что они были в шаге от победы. Но все же, третье место, поехали. Так. Достаю шарик. 5. Это номер 5. 500. Ребят, 500. Анкета в шапке профиля. 560. Потому что 9 у нас точечек. Ребят, следующий конкурс уже в субботу. Если вы не успели поучаствовать в сегодняшнем, то уже следующий розыгрыш будет в субботу. В эту субботу. Участвуйте и внимательно читайте условия. Каждый человек может принять участие всего один раз. Муа, люблю вас. Итак, вытаскиваем третий раз. Боже, такой счастливый под таким номером. Ребят, 566. У нас шариков все меньше и меньше. В барабане. 566. Долистайся, а ты. 566. Катерина Алексеевна, поехали. Ну, кто знает, 2 тут прочерка или 3. Катерина. Итак, Екатерина Алексеевна. Нет отметки. Нет отметки моей, видите? Да, все по-честному. Ребят, нет отметки, нет денег. Потому что нужно выполнять условия правильно. Правильно, правильно. Едем дальше. Ох, третье место. Смотрим. Шариков все меньше, ребят. Шариков все меньше. Может, закинуть шарики обратно? Нет, давайте пока не будем. Давайте вот как есть. Ничего не меняем. Поехали. Номер 8. Мое любимое число. Подкрепим наш телефон. А номер 8.
номер 9. Сразу после третьего места обещаю закинуть все шарики обратно. Номер 8. Номер 9. И номер 8. 8. 9, 8. 8-9-8. 8-9-8. Проверяем. Ждем, пока можете посмотреть себя, найти. Итак. Вот он. 8-9-8. Ребят, аккаунт на меня не подписан. Но в сторис упомянули. Ребят, ну я не знаю, что делать уже. Ребят, ну как не подписаться на меня? Ну это абсурд просто. Нет, ребят, так не пойдет. Не быть подписанным на меня и получать деньги от меня, ну это ну, очень странно, правда. Ребят. Ой, господи. Ребят. Я в шоке. Ну что, давайте закидывать шарики обратно. Я так голодна просто. Я думаю, просто шарики это чувствуют, что я после съемок не успела покушать, прибежала к вам, а вы не выполняете условия. Это очень обидно, правда. Я трачу свое время сейчас, чтобы подарить вам деньги от моей спонсорской компании. А вы не выполняете условия, очень простые, быть подписанным на меня, заполнить анкету, ребят, и отметить меня в сторис. На этом все. И мы сейчас тратим столько времени, ну реально. Ну, ребят, вы, конечно, извините, но не быть подписанным на человека, который хочет подарить вам деньги, это странно, как минимум. Ладно. Ничего. Закидываю обратно шарики, потому что их реально осталось мало. Ну, это вы сказали, это не я придумала. Я видела много смс, которые говорили о том, что нужно записать шарик. Попью воды, мне жарко стало, обидно, правда. Я разыгрываю 500 000 рублей. Ребят, а вы вот так вот поступаете. То есть вы не подписались и хотите, чтобы я вам подарила деньги. Ну, это странно, правда. Ну, реально странно. Или не отметили в сторис. Заполнили вы анкету. Это так сложно потратить 5 минут и сделать сторис. Я правда, еще не понимаю ничего в этой жизни. Если бы я хотела, да я бы попросила 5 подруг, чтобы те поучаствовали за меня, чтобы они отметили сторис, чтобы, блин, ну, просто. Ребятки, деньги с неба падают, а вы не пользуетесь моментом. Нет, я честно скажу, я вас понимаю. То есть воды попью, жарко стало. Вы просто насмотрелись на всяких ребят, которые обещали подарить, но не подарили. Но у меня не та история. Я даже шарики заморачиваюсь и вытаскиваю сама при вас. Понимаете? Я звоню в прямом эфире. У меня есть все доказательства. У меня есть актуальные сторис, которые говорят о том, что там, где сами люди пишут отзывы, что да, мы получили деньги. Ребят, где анкету заполнить? Ну, не сейчас это нужно делать, это мы объявим, когда
пост поставим и объявим заново, заполняйте анкеты, потому что следующий эфир у нас уже в субботу. И я очень надеюсь, что больше таких проколов не будет, чтобы я не тратила свое личное время, чтобы подарить вам деньги, и зашла просто на 5 человек подряд, которые не выполнили условия. Так, ну, ребят, халява как бы... Халява она есть, я действительно просто так дарю деньги, но извините, не записать сторис. Ладно, все, ребят, давайте продолжим. Ну, браво. Нет, реально расстраивайте. Можем, конечно, всю эту богадельню закрыть. Но я думаю, что вы хотите выиграть эти деньги, и я это делаю для вас. Правда. Так. Поехали, мы возвращаем все шарики, чтобы, да, было больше шансов у всех выиграть. Но сегодня, правда, очень странный эфир. В прошлый раз такого не было. Надеюсь, в этот раз третье место окажется счастливым. И мы начинаем. Так, чтобы все видели, все видят барабан, все видят. Итак, первый номер. Номер 5. Номер 500 какой-то. Поехали, смотрим. Ой, не туда, смотрим сюда. Спущу, у меня тут программа не тормозила. Было бы вообще прекрасно. Пять, два, ноль. Так. Пять, два. Что ж такое? Ноль. 5-2-0. Алина Добрикова. Очень прекрасно, очень приятно. Алина. Я сейчас проверю, есть ли у меня в другом файле. 5-2-0. Сейчас, ребят. Что ж такое? Третье место сегодня не отдается. Ну, реально. 5. Пять, два, ноль. Нет, действительно, ребят. Ну вот, чтобы... Ну, как бы, ладно, я не буду показывать там номера телефонов, но... Нет, ребят. Ребят, я сейчас объясню немножко, я там... Фух, заполняйте анкеты правильно, ребят, это не дело. Вести эфир 2 часа я не против, но если бы это было полезно, но просто люди сидят, ждут, а вы тратите наше время, вы неправильно заполняете анкеты. Ребят, у меня высвечивается, я вам показываю, отмечал ли меня до этого в сторис или нет, то, что я делаю конкурс в течение, это может идти...
двое суток, да, и пока заполняется анкета, то есть сторис через сутки пропадает, но у меня написано, вас отметили в сторис. Так, ребят, мы продолжаем, не будем отвлекаться, расстраиваться. Мы продолжаем, управляю камеру, и мы сейчас вытащим того человека, который заберет, наконец-таки, заберет эти 11 тысяч рублей и выполнит правильно все условия. Ну что, поехали? Поехали. Номер 6. Номер 6. Летим дальше. Эфир сегодня, ребят, пожалуйста. Я надеюсь, все выполнили условия. 6-6. Третье число. Тянем. Точечка, видите? А шестерка без точечки. 669. 669. Едем, смотрим. Смотрим вместе с вами. Так. Шесть, шесть, девять. Так, не то. Так, 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 так. Секундочку. Вот. 669. Блин, да что ж такое? Не тот файл открыла. Прошу прощения. Шесть, шесть, девять. Есть аккаунт, ура, уже хорошо. 669 у нас. Янгирова. Я уже нервничаю, уже начинаю не ту анкету, понимаете, открывать. Что нервничать, все равно кто-то, да, получит эти деньги. Итак, аккаунт на меня подписан, уже хорошо. Ура! Было целых 3 сторис. Видите, упомянула вас в сторис. Ура, ребята! Это состоялось, ребята! Ребятки, это свершилось. Здравствуйте! Вы заняли 3-е место. Ура! Боже, ребята, это свершилось. Это свершилось. Боже, я не могу перестать повторять. Мы сейчас позвоним в прямом эфире. Шесть, шесть, девять. Поехали. Шесть, шесть, девять. И мы звоним. 8, 9, 3, 7, 8, 40. Прошу прощения. Ля, 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 ля. Что ж ты будешь делать? Такое у нас место. Сейчас еще раз проверяем. 6, 6. 9, 8,
все неправильно набрала. Фух, звоним. Звоним в прямом эфире. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Третье место у нас сегодня, ребят, не для счастливчиков, но условия выполнены, мы не смогли дозвониться, но тем не менее, денежки мы отправим, и я очень надеюсь, что мы увидим отзыв от этого человека, и вы увидите, что все было честно. Итак, а мы идем дальше, и это второе место, а второе место у нас получит 15 тысяч рублей. Поехали! И это номер 9. 9 с точечкой у нас, для тех, кто не знал. Оба! Номер 3. 4, но получилось 3. 9. 3, 3. 933. 933, смотрим. 933. 933, смотрим сейчас. Девятьсот тридцать три получает 15 000 рублей, если выполнил все правильно. 933. Лерчик, сейчас мы посмотрим, как вы выполнили все условия. Лер. Чек. Лерчик, подписана на меня и отметила в сторис. Ура! Ура, ура, ура! Лерчик, мы вас поздравляем. Здравствуйте, пишем вам, Лерчик. Здравствуйте, вы заняли второе место. И звоним нашему Лерчику. Лерчик был под номером 933. Итак, звоним. 933. Сейчас я к вам вернусь, ребятки. И мы вместе позвоним с вами. Вместе с вами. Итак. 933. Я вернусь к вам. Бля.
Я вернусь к вам, ребят. Я пытаюсь позвонить Лерчику. Ребятки, звоним. Звоним Лерчику. Так, уже все. Не получается позвонить Лерчику. Я попробую третий раз. Если не получается, то мы связываемся в директе. Увы и ах, я не могу позвонить Лерчику. Но мы продолжаем. И сейчас самый главный момент, которого очень все ждали. И надеялись, не хочу я ни пятое, ни четвертое, ни третье, ни второе место. А я хочу быть первой во всем и всегда. И поэтому сейчас мы посмотрим, кто же самый счастливый, самый удачливый. Кто же этот счастливчик, который получит 20 тысяч рублей. Я смотрю, уже победители подтягиваются в эфир к нам. Ребятки, 20 тысяч рублей. Кто же это? Пишите свой номер. А напишите-ка свой номер. Ребят, давайте прочтем ваши номера перед тем, как объявим главного счастливчика. Пишите, какие у вас номера. Пишите прямо сейчас. И может быть, пока вы будете писать, вас услышит Вселенная. И я вытяну именно это число. Итак, вижу. 241. Смотрим. 20. 397. Кто еще? Кто еще смотрит эфир? 946. А это, ребятки, лотерея, кто только попал к нам. От Марго Овсяниковой. 115. 376, 161, 123. Номер у меня в шапке профиля. Если вы зарегистрировались и получили номер, то вы можете его проверить в шапке профиля по ссылке 165, 54, 262, 441. Ну и не будем томить. Поехали! Так, кто-то мобильный номер мне написал. Спасибо. Звонить не буду вам. Первое место, ребята, давайте немножко лучше помешаем. Номер 6. Номер 6 сегодня счастливчик. Итак, ну кто знает, может еще неправильные условия выполнили, правда? Я очень надеюсь, ребят, что вы выполняете правильно с ним. Правда. Едем дальше. Ага, остановились. Открываем. И это номер 8. Номер 8. 6, 8. И третье число. Есть у нас номер 6, 8. Есть или нет в эфире? 6, 8. И не будем томить. Третье число. Да что ж у меня все падает, ребят. Прошу прощения. Все падает. 6, 8. Третье число у нас. 6, 8, 7 есть в эфире. Ну, я не подсматриваю. Не подсматриваю. Номер 3. Номер 3. 600. 600. 80. 3. 683. Если вы выполнили все правильно, номер 683, то вы получаете 20 тысяч рублей. 683. Смотрим.
683. Инстабаби. Инстабаби. Мы сейчас посмотрим. 683. Есть у нас Настюшка, на меня подписана Настюшка, очень приятно. Ура! Настюшка отметила меня в сторис, то есть выполнила все условия. Здравствуйте. Поздравляю вас. Вы заняли первое место. И получаете 20 000 рублей. Итак, давайте найдем Настюшку и посмотрим. Позвоним ей в прямом эфире. Давайте. Так, номер 683. Настюшка, я вас поздравляю. Номер 683. Ребят, конечно, прошу прощения, но мне кажется, у меня закончились деньги на счету. Понимаете ли вы, что я вам раздаю деньги, а позвонить не могу? Это проблема. Но это не повод грустить, ребят. Все отчеты вы увидите у меня в сторис. Я всем победителям, всем пятерым победителям сегодня же отправлю денежки. Денежки от всех победителей. Я жду ваши реквизиты. А всем остальным говорю, не расстраивайтесь, потому что конкурс не заканчивается, он только начался. И уже в эту субботу будет новый розыгрыш. Для этого нужно ждать от меня пост с командой «Поехали!». И вы заполняете анкету, делаете сторис с моей анкетой, с моей, прошу прощения, с... У меня есть маска специальная. У меня есть маска. Участвуйте в конкурсе Марго. Вы записываете сторис, а отмечаете меня всего лишь один раз. Заполняйте анкету. Внимание! В этот раз будет все строже. Потому что один человек может участвовать в розыгрыше всего один раз. Поэтому подключайте своих подруг, родственников, близких, друзей и просто знакомых, чтобы они помогли вам. Ну а сейчас, ребят, скажите, вам нравится розыгрыш? Или же вы хотите что-то поменять? Какие у меня блестящие глазки. Ребят, слушаю прямо сейчас от вас отзывы. Ребят, давайте только без вот это все было нечестно. Должна была выиграть именно я. Да, вот сейчас начну всем в личку писать. Ребят, кто хочет, тот найдет. Вот, поняли, да? Сейчас. Кто хочет, тот найдет условия, тот найдет маску, тот выполнит все правильно, Фред Арчи. Понимаете, да? Да, но расстроились. Ребят, шоколадок в этот раз не будет, потому что вместо трех призовых мест у нас уже 5 призовых... Мне не видно за маской. 5 призовых мест. Все клево, я рада, ребят. Я хочу вам дарить позитив, и в это сложное время, да, так давайте я включу нормальную маску, вот, например, с усиками. Бритни Спирс. Ой, божечки. Вот, типа я такая, знаете, умная. Вот, ребят,
Значит, смотрите внимательно сейчас. Не на мои вот эти головы, а внимательно слушайте. Если вы правильно выполняете все условия, то у вас есть огромный шанс выиграть. Вы сегодня видели все по-честному. Побеждает только тот, кто выполнил правильно все условия. Наша маска, моя маска, находится у меня на страничке. Вот такой вот смайлик. Там, где пост, да, посты мои, и так смайлик над ними. И вот там моя маска. Поэтому, ребят, ждите пост, там будут все условия. Я расскажу, покажу, распишу, запишу сторис, ребят. Кто выиграл, я сохраняю эфир. Сохраняю, ребят. Сохраняю. Больше не будет одинаковых анкет. Больше не будет одинаковых анкет. Теперь... Самые активные просят что? За своих знакомых, друзей. И не только. Розыгрыш у Буси на страничке был. Кто пропустил, ребят, в сторис мы отмечали всех победителей. Отмечали, уже был розыгрыш у Буси. Нужно быть подписанным на Буси, следить за сторис Буси. Были победители, поэтому, ребят, я вас целую, обнимаю, люблю. Всем удачи. Кто не выиграл, не расстраивайтесь. Кто выиграл, еще раз поздравляю. Ну а конкурс продолжается уже в следующую субботу. Прямой эфир. Всем пока.